Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чаранодаям Гопи Джано Самайуктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатару Ашоки Пасинду Вевача Патитанам Павуне Бхавайшнавебхьо Намо Намаха Мокам Кароти Вачалам Пангум Лангхэти Гирим Яткипатамахам Банде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулси Деббай Пиявай Кесавасача Снабхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Вязам Татуджайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамодакха Джагадвараня Дейям Сада Паривабагнам Авиштадухам Тетхаспадам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатихам Панатапалабхабаддипутам Банде Махапурусате Чаранаравиндам Ятпадапаллаванакачандамани Чатая Биспуриджита Кимапикапавадушвадарши Пурнанурагараса Сагарасара Мурти Сарадхикамай Кадакипакаруди Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Аджануламмита Бхужау Канука Бодато Санкиртанай Кавитару Камала Ятакшау Вишам Бару Дижа Бару Джугадхар Мапалау Банде Ягат Приякару Каруна Батару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайра Вандито Дивва Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дадасинитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманинья Джата Калапам Гаури Нирантара Бхуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманага Мада Пахарам Баранаси Пурапати Ваджави Шанатам Ваги Шаджишо Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасьястихиде Самбихит Вам Нисингамахам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама
Hare Ram, Ram Ram Hare. Sri Chaitanya Padambhujo Madhupebhyo Namo Namaha Kathanchit Asrayat Jesham Saopi Tad Gandhavag Bhavet. Sri Chaitanya Padambhujo Madhupebhyo Namo Namaha Kathanchit Asrayat Jesham Saopi Tad Gandhavag Bhavet. Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told Gaudiya Goshtipati Param Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что для того, чтобы служить моему Парамахамсе Гурудеву, если мне нужно будет отправиться в ад для этого, то я готов. Гаудиya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Прабхупад сказал, что служить Парамахамса Гурудеву должным образом, если мне нужно будет отправиться в ад для этого, то я готов. Я не могу упустить эту возможность служения Гуру и Вайшнавам. Это великая возможность. И в начале всего я хочу напомнить вам, что сегодня день явления спутника Шрилы Прабхупады, одного из самых возвышенных личностей. Он ученик Шрилы Прабхупады, Шрила Бхакти Саранга Госвами Махарадж. И перед тем, как начать Харикатху, я хочу принести ему свои полные распростертые поклоны моему Гурупад Падме и такие же полные распростертые поклоны моему Шикша Гуру Шиле Бхакти Саранга Госвами Махараджа. И такие же поклоны всей моей Гурварге и Шиле Прабхупаде, Гуру Кишор Бабе Бхактину Такуру, все остальные Гурварге. И суть в том, что Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, он очень часто говорил, что в преемственности Радха Анугати Тринад Апи Суничина, она естественна. И вот на пути Радха Анугати Тринад Апи Суничина, она естественна. Почему? И суть в том, что на пути Радха Анугати Тринад Апи Суничина, почему она естественна? Поскольку Кришна, сам Шри Кришна, он не может сказать о своей собственной славе. Кришна не может этого сделать. И максимально Радхарани может нам сказать об этом. И это естественно для Радхарани. Она знает настоящую славу Шри Кришны. И кто... Обычные люди, они обычно не имеют смирения. Обычные люди, они полны ложного эго. Мы можем сказать, что такие высокие слова. Но на практике это почувствовать, это практически невозможно. А почему? Потому что тогда, когда мы можем видеть настоящую славу Гуру и Вайшнавов, если мы сможем видеть великолепное положение Гуру и Вайшнавов, если мы сможем осознать их положение, то тогда и только тогда наша голова она автоматически склонится перед ними, иначе нет. Один простой пример, мой Гуру Махарадж, он приводил его часто. Вот он, этот пример связан с Бадинарайном, Кедранарайном, Кедранатхом.
Бадринатхам. И там, если туда пойти, то можно увидеть, насколько мы относительно Гималаев, насколько мы незначительны, настолько малы. Когда бы мы не приходим к какому-то к чему-то великому, тогда мы можем осознать свою незначительность и смирение, оно само появится у нас. И еще один пример я могу привести. Мадан Махан, некий Мадан Махан Малабхья, он известный пандит в Северной Индии. И вот им основан Бенарас Хинду университет, он очень известный, великий пандит, ученый. И вот он, великий ученый, он сказал, что я за всю свою жизнь я никому никогда не кланялся. То есть не имеется в виду не Верховного Господа, а вообще каким-то людям. Моя голова навсегда была пряма, я никогда не склонял свою голову ни перед кем. Но когда я пришел, когда я увидел Шилу Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Такура Прабхупаду, то тогда автоматически моя голова, она сама склонилась перед ним. Это автоматический фактор. Я не знаю, почему так случилось. Какую силу имеет Шрила Прабхупад. Как только я увидел его, его сияние, его величие, я почувствовал, что я какое-то очень мельчайшее создание перед ним. Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад, он сам сказал, он дал нам такой урок. Шрила Прабхупад сказал, что по наставлению Шрилы Бхактивинода Такура, когда я пришел к Гуру Кишордас Бабаджи Махараджу, я предложил ему свои поклоны, его лотосным стопам. И тогда я обнаружил, что у меня нет ничего. Это учение Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад, он вечный спутник Верховного Господа, но все же он говорит, что когда он пришел к Гуру Кишордас Бабаджи Махараджу, я увидел его лотосные стопы. И когда я увидел его величие, то я обнаружил, что у меня ничего нет, я подобен нищему перед ним. Я просто как подобно попрошайке, что мне, я думал, что я великий ученый, но когда я пришел к нему, я думал, что я происхожу из знаменитой семьи, но когда я родился в очень высокой семье, в семье Бхактивинода Такура, я очень образован. И вот Шрила Прабхупад говорит, когда я пришел к Гуру Кишордас Бабаджи Махараджу, то по его беспричинной милости я смог осознать все величие, всю славу его лотосных стоп. И тогда я понял, что у меня ничего нет, я ничего из себя не представляю. И перед этим великим саду Парамахамсы у меня ничего нет, я подобен нищему. А до этого я думал, что я очень богат, и другие качества у меня есть. И Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж, он великий саду, как и вот так же, как если у нас будет возможность прийти к великому саду, если у нас не было оскорбления в его адрес или в адрес других святых, то тогда по милости Гуру Вайшнавов мы
к нам тоже придет такое осознание. Гуру Вайшнава, они самопроявленные. Мы не можем использовать свой ум, образование, деньги, власть. Мы, конечно, можем пытаться их использовать, но с помощью этого мы не сможем осознать настоящую славу вайшнавов. И вот его имя было Бхакти Саранга Госвами Махарадж. Та шлока, с которой я начал, она очень важна. И вот эта шлока, с которой я начал, она из Чайтанья Чайтамриты. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит с великим смирением. Те, кто пчелы, медовые пчелы, они летают вокруг лотосных стоп Чайтанья Чарана, лотосных стоп Шри Чайтаньи. И эти медовые пчелы, они всегда летают и жужжат вокруг этих его лотосных стоп, поскольку эти медовые пчелы не всегда ищут мед, а обычные а другие эти летающие, как их мухи и прочие летающие творения, они не все ищут мед, а вот медовые пчелы, они именно охотятся за медом. И вот так они летают вокруг лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Также есть Макаранда. Макаранда на санскрите значит мадху, значит мед. И они всегда хотят найти этот мед, и поэтому они летают в его поисках. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что если у нас есть возможность принять прибежище у такого вайшнава, который подобен такой медовой пчеле, и вот если у нас будет возможность принять прибежище у даже не полное прибежище, а просто частичное какое-то или еще более мелкое. И вот если у нас будет возможность принять прибежище, даже не полностью, но и в этом случае даже мы сможем вдохнуть прекрасный аромат, который исходит из лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, Чаран Камал. Что говорить о нас с вами? Я знаю, Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, он выражает смирение. И вот он говорит о себе, что я более падшая душа, чем Джагай Мадхай. Я более падшая, чем черви в испражнениях. И что же говорить? И таким образом Кришнадас Кавирадж Госвами выражает свое смирение. И я, то есть мы внешне выглядим как люди, но Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что даже есть какая-то собака, это даже собака, и поэтому Кришнадас Кавирадж Госвами выражает свое смирение. Даже собака может почувствовать тот аромат, который исходит с лотосных стоп Шри Чайтанья Чарана. И вот суть в том, что мы не можем поверить в то, что я хочу сказать.
Шишила Прабхупад очень часто говорил, что в наставнической преемственности Рада Анугати, Тринад Абисуничин, она естественна. Сейчас я это объясню. Я уже сказал, что сегодня день явления Шилы Бхакти Саранги Госвами Махараджа. Бхакти Саранга Госвами Махарадж. Если вы знаете, что такое титул Госвами, а Саранга — это особый титул. Саранга значит, одно из значений этого слова. Саранга значит медовая пчела. И в Бхагаватам можно найти слова о том, почему Парикшит Махарадж он простил Кали. Это был главный вопрос, спрошенный Риши Муни. Почему же Шукадев простил Кали? Это было просто его взять и убить. Он был очень могуществен, мог бы убить Кали, и все проблемы бы кончились. А почему Парикшит Махарадж не чувствовал необходимым убивать Кали? Это главный вопрос. И ответ, данный Шукадевом Госвами, таков, что этот царь Парикшит Махарадж, он Саранга Ива Шарабу. И в Бхагаватам говорится, что Парикшит Махарадж, о нем говорятся такие слова: Сарангам Ива. Что Парикшит Махарадж, он подобен медовой пчеле, который может извлечь мед из цветка. А мед, он ядовит, точнее, цветы, они ядовитые, хотя они содержат мед, также яд в них содержится. Просто так не извлечь. И обязанность пчелы извлекать мед из цветов. И вот на Бенгале есть такое слово лутакит, оно обозначает насекомое, которое собирает яд с цветов. И вот Парикшит Махарадж, он был очень разумен. Его разум, он был трансцендентен. Парикшит Махарадж, он получил полную милость самого Шри Кришны, даже будучи в чреве матери. И когда Парикшит Махарадж был в чреве своей матери, у Тары, то даже тогда он мог видеть Кришну. Кришна с Сударшан чакрой, он спас его от Брамастра. И Шукадев Госвами говорит, что царь Парикшит Махарадж Сарангаева Шарабу, он подобен пчеле, которая собирает мед с цветов, не заботясь о том, что там же садишься яд. И также этот век Кали, у него куча проблем, но у этого Кали есть одно достоинство. Вот на санскрите оно так звучит, что хотя, и вот у нас есть возможность воспевать святые имена Шри Кришны и избавиться от влияния материи, и никакая майя тогда не сможет задеть нас и причинить какого-либо вреда. И вот Бхакти Саранга Госвами Махарадж, он подобен такой медовой пчеле, которая может извлечь нектар, мед из цветов. И таким образом я начал с этих слов, что на пути Рада Анугати Тринад Абисуничина, она естественна. Почему? Поскольку
они могут видеть славу Шрилы Прабхупады, его величие. И первый раз, когда Шрила Госвами Махарадж, он увидел Шрилу Прабхупаду, то тогда он смог осознать его величие, его... он понял, что он духовный герой, поскольку он, где он встретил его в Данбаде первый раз. Он работал на правительственной работе этим железнодорожным офицером. И с тех пор он начал служить Шриле Прабхупаде все время. Сегодня я хочу сказать о том, что почему это естественно, что те, кто находится в наставнической преемственности в Радха Анугатхе, имеют тринадапи. И вчера я хотел об этом также сказать, но времени мало было, я не смог полностью объяснить, что я хотел вчера сказать. Я вчера хотел сказать о том, что то, что Шрила Прабхупад написал в своей поэме, кто такой Вайшнав. Слово «рорав» значит «ад». Если мы не будем оказывать должного уважения Вайшнаве Пратишхи, то тогда мы попадем в ад. Ништха значит, мы не можем игнорировать Вайшнаве Пратишху, мы должны оказать ей свое полное уважение. Мы должны. И, та, и сегодня я тоже скажу о Вайшнаве Пратишхе. Вы можете помнить, я начал говорить Харикатху с того, что Шрила Прабхупада сказал, что служить Парамахамсу Гурудеву, такому как Гуркишвардас Бабаджи Махараджа, и служить лотосным стопам такого возвышенного саду Парамахамса Гурудеву, Гуркишвардас Бабаджи Махараджа, я готов отправиться в ад с этим заданием. Я готов отправиться в ад. Если это понадобится, вы можете думать, что нет тринадапи у Шрилы Прабхупады. Почему я хочу повторить это еще раз? Поскольку я хочу доказать, что это его есть тринадапи. Когда Шрила Прабхупада сказал, так это его есть его настоящее смирение, он хочет стать слугой слуги своего Гурудева, чистого Вайшнава. И это зовется настоящее Вайшнаве Пратишха. Люди думают, Вайшнаве Пратишху мы не должны принимать. Но Шрила Прабхупада хотел доказать, что Вайшнаве Пратишха мы должны принять ее. Без Вайшнаве Пратишхи, без должного почтения, уважения, если мы не принимаем, не оказываем должное почтение Вайшнаве Пратишхи, то тогда мы попадем в ад. Всю жизнь наша Гурварга, как Шрила Бхакти Праджан Кешава Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Прамод Шанта Госвами Махарадж, Бхакти Саранга Госвами Махарадж, Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, будьте уверены, что у них всех была Вайшнаве Пратишхи. Это значит, они были преданы лотосным стопам своего Гурудева. А когда это возможно? Тогда, когда мы сможем увидеть славу Гурварги. И можно сказать о том, что Шрила Бхакти Праджан Кешава Госвами Махарадж, он очень строг, он очень жестко говорит, использует жесткие слова, и нету никакого тринадапи в нем. И вот можно сказать, что Шрила Санта Госвами Махарадж говорит очень жестко, и у него тоже нет никакого смирения. Но я могу доказать математически, что тринадапи суничина — это настроение, оно в нем. Вы также можете помнить.
Я говорил о том, что пока мы не предались полностью лотосным стопам гуру и вайшнавов, то у нас нет права говорить об этой абсолютной истине. Мы не можем чувствовать силу говорить об этой абсолютной истине, поскольку мы будем бояться. Если мы не утвердились в поведении вайшнавов, в вайшнавском этикете, а вайшнаве практически, что значит, в начале всего мы должны стать чистым слугой слуги чистого вайшнава, и это зовется вайшнави пратишта. Любая пратишта, которая приходит в жизнь нашей гурварги, они... Гурварга не принимает этой пратишки. Что значит обычная пратишта и вайшнави пратишта? Вайшнави пратишта значит любая пратишта, которая приходит в нашу жизнь, кто-то поклоняется нам, выражает нам почтение, наша слава распространяется. Но я все, что приходит, вся слава, весь почет, все уважение, которое приходит ко мне, я передаю все это моему Гурудеву, Гуру Кешавадас Бабаджи Махараджа. Он соответственно своему Гурудеву. Итак, в нашей парампаре можно найти, что все почтение, уважение, вся слава, она в итоге она идет к Шримати Радхарани, к изначальной Гуру-татве, а для тех, кто не утвердился в Раса-татве, то, соответственно, к Балараму. И это зовется вайшнави пратишта. Я могу пример привести. Шрила Прабхупад говорит, что если я хочу совершать харинам в уединенном месте, то Шрила Прабхупад говорит, что если мы хотим всем доказать, что мы возвышенные саду, и вот уходим в уединенное место, чтобы совершать уединенный харибаджан, как Харидас Такура, но будьте осторожны. В этом случае можно попасть в ад, и баджан должным образом не получится совершать. Есть два ачар и прачар. Я вчера говорила об этом также. Ачар пучар намер коро дуи арджо, туми сарва гуру, туми жагатер арджо. Санатан Гусай стихи. И вот Санатана Госвами говорит. Что мы должны совершать как ачар, так и прачар. Вот ачар и прачар. Вот и вераку. You are doing. И вот ачар и прачар, если мы возвышенный сад, они совершают это очень хорошо. Только ачар без прачара – это очень опасно. То есть если сами всему следуют, но не проповедуют, либо проповедуют, но сами не делают то, что говорят, это тоже плохо, еще хуже. И вот суть в том, что ачар и прачар, если они есть, то Шрила Прабхупад говорил об этой Гауди Сиддханте. И Чайтанья Махапрабху также. Последние 12 лет, когда Махапрабху говорил о великолепии Гопи Према, это другое. И те, у кого есть здравый смысл о Раса-татве, они могут чувствовать это. Но обычные люди, Махапрабху, начиная с самого рождения, с своей лилы, он проповедовал Санкиртан.
И вот таким образом Шрила Прабхупад хотел доказать, что мы Гауди, у нас есть наша обязанность, мы должны совершать ачар и прачар, то есть мы должны как проповедовать, так и следовать всему тому, что мы говорим. И вот сейчас я хочу еще один рассказать случай, как о том, как смирен Госвами Махарадж. И вот однажды Шрила Прабхупад отправился в Валахабад. И там, в Валахабаде, Шрила Прабхупад, он основал один мат, Гауди-мат. И там однажды пришел какой-то полицейский офицер, начальник с полиции, не помню его звание, но не столь важно. И вот он пришел к Шриле Прабхупаде и начал спрашивать вопросы один за одним. Шрила Прабхупад отвечал ему, Но этот полицейский был очень горд. Он не был готов принять те слова, которые говорил ему Шрила Прабхупад. Он хотел логически как-то понять это. Но Шрила Прабхупад, он... Не только логические аргументы приводил, но и другие. И поэтому логическое понимание, оно не может стоять на пути к абсолютной истине. Я очень часто говорю об этом. И в то время Шрила Прабхупад, он говорил о различные татве, но этот человек не был готов принять его татва сиданту. И в итоге через 2 часа он ушел. И Шрила Прабхупада чувствовал себя очень уставшим, что он думал, что 2 часа он зря, полностью зря потратил на этого человека. И Госвами Махарадж, он вечером, когда он пришел назад в храм, в начале всего он пошел в комнату Шрилы Прабхупады, предложил ему свои поклоны, посмотрел на Шрилу Прабхупаду и спросил, что случилось с вами, почему вы так обеспокоены, что случилось. И Госвами Махарадж, Шрила Прабхупада сказал, что сегодня 2 часа пропало у меня. И что случилось? Ну, вот один офицер с полиции приходил, спрашивал, спорил со мной, какие-то глупые вопросы задавал, я отвечал ему. Но он не был готов слушать мои ответы, и я вот жалею, что на него потратил 2 часа зря. Как его звали? Адрес, давайте мне имя, адрес, я схожу к нему. Госвами Махарадж взял адрес и телефон этого офицера, и Госвами Махарадж, смотрите, он весь день совершал служение, только пришел в мат, и вот, и когда он узнал адрес этого офицера, он пошел к нему домой, и он позвал этого человека. И этот человек спустился и начал, Госвами Махарадж ему на английском говорить, что вы не знаете, с кем вы встретились, он сам Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. И сейчас ты должен пойти со мной, чтобы попросить прощения у него за отнятое время. И Госвами Махарадж, он был настолько прекрасен, настолько могуществен, что этот человек не смог отказать ему, и он пошел, предложил свои поклоны Шри Прабхупаде, попросил прощения за потраченное на него зря время. И вот Госвами Махараджа было много других лил, а времени мало.
Также он был на Западе, проповедовал Чайтанья Вани, но в следующий раз я более подробно расскажу об этом. Сейчас конец, если время будет. В следующий раз я более подробно расскажу о его уникальной лиле.